Сегодня 69-летие годовщины победы над фашистской Германией. Мы, патриотически настроенная молодежь, собрались для того, чтобы совершить мотоавтопробег по мемориалам и памятникам павшим в Великой Отечественной войны. Буквально сегодня с утра мы объехали около 25 памятников павшим солдатам во времена Великой Отечественной войны. Возложили венки, преклонили колено почти в память минутой молчания. Все эти ребята, несмотря на то, что с утра был проливной дождь, они все встали рано утром и поехали для того, чтобы отдать честь, дань памяти павшим нашим предкам. Пожалуйста, вы можете видеть, что ребята патриотически правильно настроены. Это наше будущее, это наш оплот, это наша гражданская оборона. Россия вперед! Я рад, что на нашем празднике присутствуют байкеры, которые также поддерживают наше патриотическое движение, значит, в России. Не только сейчас у нас в Крыму знаменитые, или там в Москве эти штуки, но и наши приморские байкеры тоже за Россию, за патриотизм, за воспитание молодежи. Тем более техника всегда была, так скажем, у нас это дело настоящих мужчин. Тем более такая красивая техника. Вот, конечно, внешний вид бы можно было немножко поправить, на мой вкус, но это уж дело вкуса каждого. Поэтому поздравляю всех еще раз с праздником. Держите марку, всегда с флагами, всегда впереди и всегда за Отечество. И главное — держать флаг. Флаг Отечества. Спасибо. Другого города, чтобы поучаствовать в этом мероприятии, посвященном Дню Великой Победы. Мы рады, что мы здесь, что вокруг нас столько ребят, которые помнят тех людей, благодаря которым мы живем на этой земле, живем спокойно, живем без войн. Наших дедов, ветеранов, участников Великой Отечественной войны, которые подарили нам наше счастливое детство, и пожелать им всего самого наилучшего, удобной их жизни и главное здоровья. Спасибо вам большое. Сегодня 9 мая я, как и многие другие, имею честь совершить мотопробег, посвященный этому знаменательному дню. Поздравить ветеранов, почтить память павших, тех, кто не вернулся. И я не буду одинок в том, что поддерживаю всех, кто и поздравляю всех, кто празднует этот знаменательный день, кто помнит свои корни и чтит память павших. Всех поздравляю, еще раз желаю всем крепкого здоровья, чистого неба, самое главное — мирной, спокойной жизни. Здравствуйте, дорогие друзья! Хотелось бы поздравить вас с этим великим праздником, с праздником Победы. Благодаря нашим дедам, отцам, мы живем в той стране, которая является сильной, могучей, имеет свое мнение, в отличие от других. Хотя мой конь сегодня не захотел меня вести, случилась небольшая неприятность, но я, в свою очередь, поехал на машине, постарался обеспечить безопасность движения колонны по дороге. Еще раз поздравляю всех с Днем Победы. Сегодня каждый из ребят-мотоциклистов
внес свой маленький, но весомый вклад в общее большое дело. Желаю, чтобы таких людей было больше. Еще раз с праздником. Приехали на это мероприятие на 9 мая из другого города. Несмотря на то, что вот дождь шел, утром выпили сильно, да. Вообще асфальт был мокрый. Но в честь памяти тех, кто воевал, мы решили приехать на праздник. Вообще наша страна, единственное, что нас держит и сохраняет, эта история. И вообще у меня ни один дед полег на войне. Я могу сказать то, что мы должны помнить этот день великий, поэтому на 9 мая все-таки наши деды положили там жизнь. Поэтому всем привет! Хочу сказать, что 9-й год мы проводим это мероприятие. Хочу заметить, что люди довольны, люди ждут. Поздравляю всех с праздником. Всех поздравляю с праздником. Сегодня этот великий праздник. Мотоколонна, участвующая в мотопробеге памяти, посвященному 9-му. Участвует в параде в гарнизоне Николаевка, пожалуй, впервые за всю историю. Действительно пригласили байкеров поучаствовать в военном параде, в военном гарнизоне. Всех с праздником! Ура! Великому празднику, и несмотря на вражеский дождь, который лил всю ночь, блин, и потом все удар, который заставил нас промокнуть нормально, мы все-таки остаемся в строю и продолжаем этот мотопробег сегодняшний день. И на данный момент уже выполнили ряд поставленных перед нами задач. Да здравствует 9 мая, Приморский край, Россия. От имени себя Сергея Куленко, представителя байкерского движения города Находки, музыканта также. Поздравляю всех с праздником Победы 9 мая. С каждым годом так, байкерское движение все активнее и активнее принимает участие в данном мероприятии и становится из неформального более патриотическим, более социальным. Хотелось бы отметить в этом году компанию MotoLife, которая, как и всегда, организовала все замечательные мероприятия с праздником Победы. Во время проведения мероприятия никаких происшествий не случилось, ничего, слава богу. Молодежь хорошо каталась, все знают правила дорожного движения и все хорошо себя вели. Я в это время и...